Венеции. Венеция? Ну, пойдем. Показывай. Прикольно? Угу. Пойдем дальше. Угу. Пойдем. Там канал тоже. Он белье висит, смотри сверху. Ага. А как вот канал? Прям выходишь и... Ну, садишься и поехал. На канал? Ну, как ты на машине ездишь издал. Да, тут асфальт, а тут кубы, вода. Ну, все, и конец фильма. Когда вода прибывает, здесь вода стоит, представляешь? Вообще ужас. Вот ступенечек, пожалуйста. Ступеньки в воду. А туда люди как проводят? Вон тоже ступеньки, смотри. Видишь? Переходы между домами там есть камень. Пойди посмотри. Видишь? Угу. Прикольно. Может, такое все старое, а обветшее. Смотри, ну, да. Балки уже все прогнившие. Пошли. Как рухнет. Сюда. Фонарь такой, блин, по центру. Это же стоит миллионы денег. Там тоже и белье висит, блин, сверху. Такие ставни большие, а старые такие, зелененькие. Ты тут иди налево. Да, трубы. Там то барка, там то не на сужение. Угу, на сужение идет улица. Там магазин масок. Да. Детские бельюшки. Это тоже на сужение немножко, видите? Угу. Сверху балкончик. Да. Блин, вот тебе цены. Пицца. Вот вина. 6 евро. Ну, вот Черногория, помнишь, такая большая? Идем направо или налево? Направо пойдем. Мороженое. Может, и мороженое купим? Нет. Такое я уже не хочу. Скрипки, смотри, какие. Красиво. $1, смотри. А вот магнитик скрипки. 6 евро один. Угу. Звонки. Да, прикольно. Квартира. Тут по 60 центов. Мы сделаем паузу. 1 евро. Ну, 4 евро. Вот вообще 1,60 евро. Я просто не знаю, дальше мы возьмем или нет.